с этой области валим. Там кто-то прошел. Прямо вот так вот. Какие-то фиги. Они наверху, там съем, емкость есть. И мы сейчас идем прятаться. Там реально какие-то фиги. Всем здарова, чуваки! Вы на канале Димон Трайл. Сегодня мы на заброшенном заводе. Мы, короче, нашли заброшенный завод. И мы тут, конечно, проникали не через эту дырку, которую вы видите. Потому что тут... Это губ от... Все нормально, это просто мост там стоит. Ну, как сказать, стоит. Мы тут пробирались как-то, ну, не вот так вот просто. Идите, посмотрите, там коробками все заложено, просто капец. Скорость — это смерть. Непонятно. Вот тут вот так вот мы проходили, все заложенными. Заложено коробками, всяким товаром. И, кстати, одно тут есть охрана. Так что можно говорить, ну, не совсем кричать, конечно. Пацки, погнали подниматься наверх. Конечно, как-то страшновато сюда идти. Кстати, там лимонад кто-то пил, и это, во-первых, там очень огромная дырка. Так что теперь понятно, почему тут цепь, ну, решетка поставлена. Знаете, как-то страшновато идти на второй этаж. Какая-то закрытая дверь. Там что-то какие-то надписи. Пушкин стоит? Не, не стоит. О май гад. Тут, конечно, смотрите, ничего не подпадало. Как будто новый заводик. А тут, блин, смотрите, все попадало просто. Пастель. Мародеры. Ё-моё. Как-то... О, кстати, вот там вот мы заходили, вот тут. Именно с этой улицы мы тут заходили, а там уже приветствие снимали. Кстати, в той будке сидит охранник. Тубзики. Мы едем дальше. И тут мы прошли, посмотрели на всякие рисунки, то, что тут обвалено. И мы прошли опять через еще одну дверь. Шли, короче, прошли эту комнату. Теперь мы идем на следующий этаж. Опять мы это уже проходили. Какой-то... Подождите, мы же отсюда вышли. Мы вокруг обошли. А я думаю, что там за дверь? Конечно, туда как-то... Как-то туда страшно заходить. Так что поднимаемся, и я уже вижу коридор. Как-то страшновато. Или пойдем туда. Давайте так пойдем. А на обратном пути уже вернемся. Зона, прими меня нормально, как в психушке. Меня приняло нормально. Ого. Ёперный ты театр. Вы тоже видели высоту? Как-то тихонечко я иду, боюсь как-то. Ну как, кстати, мы на высоте, и вы понимаете, то, что тут никакой экскурсии нет. Поверни камеру. Никакой экскурсии нет, мы сами. И самое плохое, то, что тут есть охрана. Мы как сталкеры в Чернобыле. Зона применения нормально, чтоб никто не заметил. И тем более, это все устаревшее, сейчас грохнется. А мы на высоте, блин. Это какой этаж? Ну, вроде третий этаж.
Кстати, а вон окна. Ну, я же говорю, третий. А там окна, там, где закрыто было. И там еще было закрыто. Это страшно. Так, ладно, давайте мы пройдем в тот зал и включим камеру. Мы заходим тут и видим там, короче, какой-то спуск. Тихо-тихо. Проверка на аномалию. Все норм, можно идти. Там высота, капец. То же самое, как в Чернобыле. Я говорю, кайф такой получаешь, капец. Ё-моё. Ёлок-палк. Тут, конечно... Тут кто-то... Тут там ботинки валяются прошлых рабочих. И тут, конечно, смотрите... Нет, ну, подождите. Ну, скажите то, что похоже на противогазы в Чернобыле. Скажите. Скажите, блин. Кстати, тут какой-то сумасшедший, походу, жил. Тут разрубленный телек. Щитовая разрублена, поэтому тут, походу, и нет света. Так, опять проверка. Все, радиации нет. Кстати, там еще наверх есть проходы. А вот это... Ты чё? Давай никак в заброшенной психушке. Саня. Тут, а вот и походу и проход туда. Ну это дофига спускаться. Тут... Смотри, чашки всякие. Короче, там просто мост. Мне больше интересно... Вы напишите в комментариях, что вам больше интересно, туда пройти или сюда. Я думаю, больше пройдет. Хочется пройти и посмотреть, что там внизу. Конечно, страшновато, знаете. Вот... Выключили камеру, уже спустились. И я уже вижу этот проход. И вот как раз идет дождик на улице. Скажите, красота. Сталкерская красота. Просто посмотрите, там коридор, по которому мы еще все спускались. А тут, как всегда, какой-то мусор. Конечно, без мусора никак. Листьями все заложено. А где проход? А где проход, через которого мы смотрели? Оно громезное. Я вам так скажу. Локация другая. Локация... Реактор. Локация реактор. Электростанция. Моторы. Копье. Моторы. Смотрите, реально, как будто все в сталкере. Смотрите, все засыпано. И тут... Ну, тут никак... Все, как мне ничего не интересно. Как-то страшновато. Не, знаете, такое предчувствие, как будто сейчас ты сейчас идешь прямо, и за тобой какой-то сталкер идет с оружием. Как-то страшновато, знаете. Мне не по себе в психушке было, а тут еще, блин, больше
Первое правило сталкера. Никогда не трогать вещи других. Они могут быть реактивные. А вон и проход, через который мы смотрели. Если не ошибаюсь. Ну вроде да, или мы... Вот отсюда мы смотрели. О, вот и первое. А вот и первое правило. Нельзя трогать вот эти вещи. И вообще лучше обходить их стороной. Реально, тут кроссовки валяются, как будто пожарных. А знаете, хочете прикол? Мы идем в магазин, покупаем, идем сразу в машину ехать снимать для вас ролик. И потом оператор такой: ой, а мы сумку не взяли. И, короче, мы остались без фонариков. А все, что подсвечивает вам, маленький фонарик. Маленький фонарик. Вообще капец. Все, что мы взяли, это маленький фонарик. А тут решетка. Я ж надеюсь, не наступил ни на какой ботинок. Йо! Фух, слава богу, блин. Я думаю, там... Я сам своей тени испугался. Я вот, начинаю двигаться и думаю, оп, какой-то чел сейчас побежит. А знаете, почему мне страшно? Потому что оператор идет, у него фонарик, а я ничего не вижу. Какой-то мусорнячий. Капец. Я лучше подальше отойду. Давай, оператор, ты первый. У тебя фонарик. Не, реально, там какая-то черная комната. И фиг знает, что там. Все, что я вижу, я кружок вижу. А если я бы сюда наступил, я бы провалился. Грифели, похоже, которые выдвигались, чтобы остановить вот эту катастрофу. Дали дальше. Вы это слышали? Дима, не пухайся, это просто как будто другие сталкеры. А если не сталкеры, то бандиты. Кстати, кроме сталкера игры, я еще вам рекомендую поиграть в игру метро. Ну, кстати, я, кстати, уже прохожу метро 3. Ух! Да ну, это на выход. Я хочу еще это исследовать. Там на выход просто ступеньки. Кирпичи попадали. Там, короче, мы слышим шаги. И... я опять запчасти пугаюсь. Не, реально, как это шаги слышно? О! Блин, фура проезжает, меня походу плохо слышно. Жутковатое место. Кстати, хотел вам порекомендовать. Кто смотрит ТикТок и вот это все, можно зайти на мой канал, я там тоже рассказываю про неудачные моменты в этих съемках. Мы просто это не выкладываем. И там всякие фотографии с многих роликов, которые, может быть, вы не смотрели. Вальга всякая. Не, реально, напоминает Чернобыль. Саркофаг.
И кстати, это фиги, они наверху, там съем, емкость есть, и мы сейчас идем прятаться. Там реально какие-то фиги, и оператор такой идет, думает, что это что, блин, для контента страшно было. Это реально идет кто-то. Не, я предлагаю сейчас пойти тут. Подожди, там чья-то голова пошла. Не, подождите. Вы слышите фиги? Вот так. Кажется, то да, либо это дождь, либо это охрана. Подождите, я слышу. А. Так. Я думаю, переходим сюда. Тут меньше средств у нас достать. Кстати, короче, мы, конечно, чуть-чуть напугались. Возможно, шаги это оттуда. Но оттуда не похоже. Сюда. А что там из этой области валим? С этой области валим. Там кто-то прошел. Прямо вот так вот. Не, ну нафиг. Я вам говорю честно, либо кто-то поверху ходит, либо вот тут вот прям, я не знаю, передается это на камеру, но мне реально страшно. Ё-моё. Тут все заброшено, и походу поэтому он не ходит. Как они туда собрались? Я тоже хочу. А пока вам оператор это все показывал, я зашел сюда и увидел тут гору песка. Блин, я думал, что тут какой-то проход в подвал. Блин, да. Блин. А как они туда собираются? Там прям под нами ходит. У оператора такие глаза. Он снимает просто и потихоньку идет. Я предлагаю сейчас тут спрятаться через маленькую дырку. Тихо не заглянут. Короче, мы сюда уже приходили или нет? Вроде приходили. Короче, пошлите туда-туда. Мы еще... Я хочу посмотреть, что там вверху. Мы вверху еще не все обследовали. Или может вторую часть сделать? Или может вообще на этом заканчивать? Я передумал. Жуткое место. Я думаю, мы будем и тут заканчивать. Ну что, могу сказать, пока вы ставите лайки и подписывайтесь на канал. Также не забывайте про колокольчик. А с вами был Димон Трелл, Саня, оператор. И всем пока!